Еще один сборник пополнил книжные ряды библиотеки области. В Центре культуры и искусства имени Кадыра Мырзалии состоялась торжественная презентация труда. Наши коллеги побывали на встрече и поздравили автора книги Омер Мектебе с очередным успехом. По названию книги Омер Мектебе уже понятно, что в ней собраны самые разные темы и жанры. Над этим сборником автор Кадыр Абдрахманов трудился последние 5 лет. И все, что вышло из-под пера Акына, собрано воедино для местных книголюбов. Я работаю журналистом в районной газете «Аул Айнаса». Публицистика и вообще освещение разных мероприятий для меня как увлечение, которое впоследствии стало любимой профессией. Это вторая моя книга. Первая вышла 5 лет назад при спонсорской поддержке моих земляков. Акимат района выделил средства из бюджета для этого. И с тех пор мы договорились, что каждые 5 лет я буду писать по книге. В материале собраны все стихи последних лет, а также полный список песен, написанных на стихи Кадыра Абдрахманова. Основной темы сборника как таковой нет. Это вся жизнь как на ладони. Все, что есть перед глазами – село, события, люди. Выступившие на презентации друзья, коллеги по Перу, представители интеллигенции отметили вклад виновников встречи в воспитание молодежи и пожелали успехов на творческом поприще. Лет 20-25 я знаю, что есть такой наш земляк в Касаловском районе, который увлеченно творит и активно публикуется в печати. Вообще, по специальности он ветеринар. Но сердце отдано журналистике, и не зря. Я вижу его творческий рост. Сейчас он уже набрал веса в профессиональной стезе. И эта книга тому подтверждение. Уверен, что читатели с удовольствием будут читать новое творение автора. Презентация сопровождалась концертной программой и выступлениями подростков, которые прочитали со сцены стихи автора. Алексей Кочемасов, Алмагу Джимписова, Сламбек Саламатов, Таншолпан Амирханова, телеканал Акжаик.